Приветствую всех на нашем канале. Сегодня у нас в обзоре вилочный погрузчик Toyota. Полуторатонный, в хорошем состоянии, обслуженный. По технической части заменены расходники с жидкостями, шины. В хорошем состоянии задние шины, имеют трещины, это не критично. Проходит еще очень долго. Здесь механическая. Цилиндры без коррозии, в хорошем состоянии. Заглянем под капот. Сейчас. Двигатель бензиновый, карбюратор, установлен новый аккумулятор. Вот, сейчас запустим мотор. Проверим, как работает двигатель. Проверим гидравлику. В примере у нас есть поддон с кирпичом с облицовочным. Высота подъема 4,50. Гидравлика работает отлично. Ну, собственно, состояние погрузчика хорошее, все функционирует. Наработка 4437 моточасов.